эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков посетил Российский экономический университет имени Плеханова, один из ведущих научно-методических и учебных центров России. В сопровождении заведующего кафедры государственного и муниципального управления Руслана Абрамова глава города побывал не только в главном корпусе, но и посетил 6-й, 2-й и 3-й корпуса, музей истории, где в книге записи почетных гостей оставил свои пожелания. Также Евгений Иванович познакомился с Плехановской физической аудиториями, выставкой Московский коммерческий институт в годы Первой мировой войны. Главе города продемонстрировали и современное оборудование, которым оснащен научно-информационный библиотечный центр. В продолжении Евгений Жирков встретился со студентами кафедры государственного и муниципального управления. Основной темой общения стали интеграционные процессы в муниципальных образованиях региона. В частности, глава города рассказал об объединении Железнодорожного и Балашихи, о вопросах, которые являются общими для этих территорий, об основных направлениях развития. Поднимая кадровый вопрос, Евгений Жирков обратился к студентам. Надеюсь, что вот первое знакомство с вашим институтом, все-таки кто-то из вас обратит внимание на нашу территорию и придет к нам работать. А мы вас очень ждем. Спасибо. В ходе встречи студенты задавали главе города различные вопросы. В том числе их интересовал размер заработной платы, работа молодежного парламента, строительство кинотеатра и роддома. Завершение строймонтажа, конец текущего года. То есть роддом будет готов, плюс сделано благоустройство, хорошо будет организовано благоустройство набережной Савинки. Отвечая на вопрос относительно поддержки жителей, Евгений Жирков в частности отметил. Наша задача – это метелка, лопата, мы должны заниматься городом. Вот наша основная задача. А уж как относится, как ты делаешь свою работу, так к тебе и житель будет относиться. Также в рамках встречи были подняты вопросы о перспективах развития Балашихи, взаимодействии институтов гражданского общества после преобразования городских округов, стратегические направления работы, среди которых глава города выделил уменьшение темпов строительства, развитие дорожно-транспортной сети и третий блок вопросов – ЖКХ и социальное развитие, в первую очередь здравоохранение. Вера Безгина, Александр Спицын, РТВ Подмосковье. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном.